за каждым фейком, за каждым вбросом, конечно, стоят определенные интересы определенных структур, определенных лиц, поэтому надо понимать, что они преследуют определенные цели. В качестве примера, сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные там группировки вооруженных сил возле государственной границы, о том, что у нас, открою уже секрет, там определенные батальонно-тактические группы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли на территории Украины, абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае коллег, вызывает серьезные сомнения.